ветераны города Николаева. Позвольте мне от имени городского совета ветеранов поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам доброго здоровья, счастья. Спасибо. И все как положено. Спасибо огромное. А мы еще вот специфическое телевидение. Мы телевидение за здоровый образ жизни. Поздравьте наше движение «Родители против наркотиков» и пожелайте нам чего-нибудь. Вообще существует проблема в Николаеве наркотиков? Как вы думаете? Ну это уже по теме, а я же не по теме. Вы не по теме. Поздравьте наших родителей, которые против наркотиков. А с детским алкоголизмом вы где-то сталкивались? С проблемой? Родители, которые выступают против наркотиков, их только надо приветствовать и поддерживать. Поздравляю и вас с Новым годом. Спасибо.